Хорош играть! Все будет хорошо, Миша. Вернулся к его дню. Это Кремень 6-6. Начинаем выполнение оленя альтернативной задачи. Начинаем продвижение. Будем докладывать о прогрессе. Прием. Как поняли, Кремень 3. Идите на исходные исходы и докладывайте. Конец связи. Все понял. Кремень на связи. Миллер, не меняй направление. Похоже на советскую БМ-21. Старая ракета артиллерия. Не слишком тоже, но если начнем херачить, считай денек не заднем. Всем позывным. Ремень главный на связи. Разведка заметила танки с СО впереди. Время поработать. Миллер, ты слышишь? По местам. Механик, полный вперед! Готовы к выдвижению! Аж прожим от нежимания! Окей, готовность 1. Кремень 3, 1 и 3, 3. Ваша главная цель. Авиация готова.
Принято. Кремень, ожидаем налета. Ну, разворошили долбанный улей. Так, Миллер, подсвети цель. Кремень 3-1, мы видим ваш маркер. Авиаудар через 5 секунд. Осторожно, понеслась. Супер 1-1, бульдог 3-3. Бойбой вылет завершен. Минимальные боевые повреждения на позиции противника. Мы на точке возврата. Идем на базу, прием. 3-1 вас понял. Ультра 3-4 и другие силы начнут немедленную повторную атаку. Имеющимся в наличии кремнем придется атаковать укрепленные позиции. Конец связи. Коммунитер! Всем машинам начать на атаку. По моему сигналу. 3, 2, 1, начали! Механик, полный вперед. Заманивают.
Стойте под калиберными! Следите за флангами! Цель уничтожена! Засекайте, атакуйте! Вижу движение! Далеко впереди! Задело рикошетом! Вроде все нормально! Да! Убейте этих говнюков! Мочи их! Три-три, оставайтесь в строю! Сначала атакуем бронетехнику. Главное, танки. Мы под огнем! Есть повреждения! ССО устроили засаду и расстреляли нас, как в тире. Надо, чтобы кто-то пошел и подорвал все херанки. Давай ты! Давай, подрывай!
волна. Я заблюю все сейчас. Отлично, братишка. Хорошая работа. Слушай, тебе его зарплата полагается. Ты же его работу сделал. Возвращайся в танк, братан. Ты нас нужен на крупногалиберном. Кремень 3-4 атаковал и уничтожил машины и пехоту.
ждать новых указаний, ничего не предпринимать. Интересно, что происходит?